магазин хозтоваров. Бомж, обмахиваясь веткой сирени, спрашивает продавщицу: простите, вот это средство от тараканов на спирту эффективное? Пока не жаловались. А через сколько подействует? На таракана? Ну, предположим, на таракана. Через 2 часа труп. Нет, мне бы поделикатнее. Я вечером жду даму, хочется, чтобы она осталась со мной до утра. 2 дворняга подбежала к пуделю, виляя хвостом. Как делишки, кудрявый? Чем мы такие грустные? Под машину попал, чудом остался цел. Видишь, хвост ампутировали. Чудак, радуйся, что живой. Нечем радоваться, хвоста нет. Вы представляете, своим же друзьям втюхали золотые часы Rolex за $8. Оказалось, они не золотые швейцарские, а чугунные и монгольские. Через день перестали тикать. Вскрыл, внутри дохлый кузнечик, который и тикал. Хорошо, друг приехал погостить из Тамбова. Взял этот ролик с закрытыми глазами за $200. Я ему 5 запасных кузнечиков сверху дал. Как он благодарил. Есть еще порядочные люди в Тамбове. Есть. Сижу в кинотеатре, рядом девица, ноги от ушей или уши до ног, словом красавица. Когда стемнело, ей руку на колено плюх, слышу, затихло. Значит, не против. Мало того, чувствую, своей рукой мое колено разглаживает. И так все кино. Я аж вспотел. Свет загорелся, мама родная. На моем колене, оказывается, была моя же рука. Но 2 часа кайфа словил. Вы не поверите, за год ни одного случая утопления. Даже захлебывания не произошло. Нептун ко мне. Ротвейлер, красавец, спасатель в 5-м колене. Сидеть. Чуть кто в воде забарахтался, Нептун мертвой хваткой за волосы тащит к берегу вместе с прической. Вытаскивал тела более 100 килограмм. В августе спас 105 человек за 1 день. Обратили внимание? Никто не купается. Жизнь дороже. Совет дрессировщика. Никогда не поворачивайся тигру задом. Тем более не вздумай бежать. Накроют в прыжке. Умри, но стой к нему передом. Запомни, перед у тебя здесь. Боже упаси испортить воздух. Учует и не простит. Смотри зверю, глаза не мигая. Плюнь в морду. Ударь ногой в пах. Укуси. Запомни, кто штаны наложит последним, тот клетки главный. И в старости от переживаний морщина на лице поперек и вдоль, кожа дряблая, а вот на ягодицах до последних дней упругая, гладкая. Вот вам секрет молодости. Не берите ничего в голову.